Привет, ребят! И добро пожаловать в Shower with your dad, что в переводе означает «помойся со своим отцом». Я знаю, что вы этого хотите. Меня многие просили поиграть в эту игру. Я не понимаю, зачем, но я исполняю вашу просьбу. Так, у нас есть два режима. Первый режим, второй режим. Давайте начнем с первого. Окей. И нам сразу предлагают выбрать из белых, афроамериканцев и Джонни и Робина. Ладно, давайте возьмем Томаса и Магна! Так, мне нужно прийти к своему папане. Боже! 10 из 10! Нет, да... Ладно, давайте еще раз. Еще раз глупые ошибки молодости допустил я сейчас. Так, ладно, идем к своему батяне. Батяня, помой меня. Помой меня, батяня. Так, аккуратней. Главное не подойти к афроамериканцу. Потому что в прошлый раз, когда я к нему подошел, он меня, видимо, взял в рабство. Потому что экран стал черным, и игра закончилась. Аккуратней. Не трогай меня, афроамериканец. Я иду к своему батяне. Какая увлекательная игра. Ой. Что? Фу! О, боже! Не трогай Томаса, чля... Здесь нельзя бегать. Нет! Беги быстрее! К своему бате. Почему рядом всегда со мной негр? Это странно. Негр, отойди от меня. Совращение малолетних. Не буду я с тобой мыться. Не сейчас. Не сегодня. Мне кажется... Мы... Нет! Негр взял опять в рабство! Меня постоянно этот черный парень брал в плен. Может, все потому, что он черный? Ладно, возьмем черного в этот раз парня. По сути, я теперь гангстер. Мне кажется, я могу исполнять рэп уже. Йо-йо-йо! Я исполняю рэп для вас и пою сейчас. Прямо здесь сейчас стою, в душе я пою. Оге! Я же говорил, все черные парни умеют исполнять рэп с детства. Аккуратней. Не подходи к Томасу. Томас вообще опасный тип. Аккуратненько, аккуратненько к батяне нашему идем. На самом деле, это очень увлекательно. Вы даже не представляете, насколько это интересно. Если... задуматься на секунду. Да. Главная тема в этой игре — это музон. Он просто шикарный. Блин! Ну, возьмем Джонни и Робина. Попробуем. А, я не взял его. Блин! А! Чё за херня? Так, ладно. Быстро к черному парню. Так. Опять. Сюда. Эй, я иду к тебе! О, кристаллик, мать его! Воу! Я что-то сотворил! Так, мне сюда. Чё? Ладно, попробуем еще раз. Мне кажется, что-то не так пошло. К рыжему! К афроамериканцу! Аккуратнее, не трогай пиписи! Ну, возьми меня же! Возьми меня, отец! Возьми меня к себе! Да, давай! Отлично, я справляюсь с этим. Привет, батя! Батяня черный! Батяня белый! Батяня черный! Черный батяня, еще раз! Так, ребята, мне надо к Томасу. А теперь к нему. А теперь я запутался. Нет! Нет! Что происходит? Потерялся, малой! Потерялся, загулял! Так, ладно, давай, батя, покажем им, как быстро мы умеем находить друг друга. Батя, 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 не останавливайся! Что можно делать в этой игре еще? Мы много чем занимались, но оказывается здесь есть еще режимы! Оказывается, здесь больше режимов. Бонус раунд, чё? А-а-а, нифига, надо мыться было! Я тупанул. Так, так, так. Так, 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 так. Что происходит? Нихера! За пиписью схватил! Охренеть! Хия! Блин! Лучшая игра на свете! Тот, кто ее придумал, лучший человек на свете. Иди к сюда, иди к сюда, иди к сюда, не стесняйся, а? Ко мне. Опа-на. А что если белый парень схватит черного за член? Не исчезай. Нет! Вот это хардкор начался! Блин, к такому меня жизнь не готовила. Стоять! Нихера не летят! Почему они вообще с неба падают? Нет, батя, 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 нет! А, блин! Мне понравился этот режим, и я хочу попробовать еще раз, потому что GTA. Собрались? Иди ко мне, черный парень. Иди ко мне, белый парень. Еще один белый парень. Что это за Макдональдс у него рядом с членом? Ладно, они все, наверное, живут в Макдаке, поэтому у них там и выбрито так.
Давайте не будем об этом. Самое странное, что они падают с неба. И они моются одновременно. Ладно, ребят, это был полный бред. Я знаю. Но все же я надеюсь, что вам понравилось это видео. А если это так, то почему бы ему не поставить бы лайк? Ну, оставить свой положительный комментарий снизу. А с вами был Фрид. Всем удачи. Всем пока. Если тебе понравился видос, залей-пикай сюда ты лойс, подпишись на мой канал. Это просто взял-нажал, ведь я просто так сказал. Та-да-да-па-да-да-па-па-па.